Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Какая чакра самая сильная у знаков зодиака? В сегодняшнем видео вы все узнаете. Чакры – это центры энергетического уровня в теле человека, которые являются ключевыми для его здоровья, психического и духовного благополучия. У зодиакальных представителей есть своя уникальная энергия и характеристики, и каждому из зодиакальных представителей соответствует определенная основная чакра, с которой он наиболее сильно связан. Какие чакры считаются самыми сильными и как они могут оказывать влияние на жизнедеятельность и характер человека? Узнаете все в этом видео. Овны. Залогом успеха для знаков является коронная чакра, расположенная в верхней части головы. Зона соединена с высшим сознанием, интеллектом, духовным самосовершенствованием и самовыражением. Когда эта чакра в балансе, представители способны проявлять волю, силу и уверенность в своих действиях. Телец. В сакральной чакре сосредоточена вся сила знаков, и ей отведено место в нижней части живота. Она связана с чувственностью, страстью и творческим потенциалом. Спокойное состояние чакры представителя находится в гармонии, удовлетворенности и стабильности во всех сферах жизни. Близнецы. Для представителей ведомой чакрой является горловая, которая сосредоточена в области горла. Она имеет прямую связь с коммуникацией, самовыражением и идеями. В ее стабильном состоянии знаки могут успешно передавать свои мысли и идеи, а также иметь открытую и ясную коммуникацию с окружающими. Рак. Сердечная чакра для знаков является самой основной и важной. Ее местонахождение – область сердца. Она связана с любовью, сочувствием и отношениями. В спокойном состоянии главной зоны представители могут проявлять эмоциональную открытость, заботу и гармонию в своих отношениях. Лев. Огромной силой представителя обладает солнечная чакра, верхняя часть живота и ее местоположение. Чакра имеет тесную связь с личной силой, твердостью и лидерством. При гармоничных условиях у знаков повышается авторитетность, страстность и творческая энергия. Дева. У знаков от природы отлично работает чакра третьего глаза. И это зона соединения бровей. Она влияет на интуицию, мудрость и понимание. В спокойном состоянии чакра способна подарить своему подопечному ясную и глубокую интуицию, а также наделить его аналитическим складом ума. Весы. Сердечная чакра в области сердца имеет огромное значение для этих знаков, потому как она связана с любовью, гармонией и балансом. При благоприятном настрое чакра наделяет представителей эмоциональной открытостью, сочувствием и способностью создавать гармонию во всех сферах жизни. Скорпион. Для уверенных в себе личностей корневая чакра служит путеводной звездой, и она находится в нижней части позвоночника. Чакра связана с жизненной силой, стабильностью и силой выживания. Представители при ее участии способны проявлять силу воли, решительность и энергию. Стрелец. Сакральная чакра – это именно тот центр, что придает огромную силу представителям, и место расположения главной зоны – это нижняя часть живота. Чакра связана с интуицией, творческим потенциалом и страстью к жизни. Представители при полном раскрытии чакры способны испытывать интуитивную мудрость, желание приключений и мощную жизненную энергию. Козерог. Для знаков ведомой чакры является коронная, которая сосредоточена в верхней части головы. Зона баланса связана с духовным просветлением, мудростью и высшим сознанием. Если имеется тесная взаимосвязь, то представители способны проявлять стабильность, решительность и глубокий ум. Водолей. Горловая чакра, находящаяся в области горла, для представителей играет самую главную роль. Зона баланса связана с коммуникацией, самовыражением и идеями. Когда эта чакра в гармоничном состоянии, то знаки способны проявлять ясную и открытую коммуникацию, инновационное мышление и дружелюбие. Рыбы. У знаков отлично развита чакра третьего глаза, поэтому ее место между бровей. Она связана с интуицией, воображением и духовным развитием. Представители при полном раскрытии чакры могут обладать ясным видением, творческим потенциалом и глубоким духовным пониманием. Каждая чакра имеет свою энергию и важность в жизни зодиакального созвездия. Поддерживать ее баланс и развивать силу помогает практика медитации, силовые нагрузки, йога, дыхательные упражнения и подпитка энергетическими методами.